Всем привет, ребят. Ну что, как и обещал, запишу сейчас вам видосик, точнее записываю, вам показываю видосик по новым талантам, точнее по новому таланту. Это у нас будет один из бравлер. Такой вот талантик. Новый здесь он рункой, и на другом герое, на Ронине, которого вы видели, он будет талантом. Давайте с Ронина начнем. Расскажу вкратце. По архидемонам я вам показал, уже рассказал, что они могут. На архи, то есть, что дают эти таланты? Это фракционные таланты, которые срабатывают, точнее, наносят дополнительный урон фракции и также наносят урон от атаки. Как видите, на девятке он дает, ну вы можете в принципе в энциклопедию зайти, посмотреть все в энциклопедии, 900% от урона от атаки и экстра дамаг одному ближайшему вражескому герою с оракул фракции, то есть храни, ну с этого оракула, ну в общем зеленого, то есть все как у нас идет по фракциям, то есть три фракции и, соответственно, три таланта. И каждая фракция друг против друга имеет определенные преимущества. Соответственно, точно так же у нас и сделали три талантика. То есть, вот заходите в древние, вот есть раз, два и три. То есть, каждая фракция друг против друга по часовой стрелочке. Точно то же самое и здесь. Но в чем плюс? Талант сам по себе вроде как бы и крутой, наносит самое интересное, что с руки мы вчера тестировали, по скиллу не видно было, возможно надо будет еще потестить, но я не видел, чтобы скилл там 900% давал, это было бы очень жестко, у нас бы просто все улетали, но это тоже надо будет потестировать на том же самом Анубисе, посмотреть как он будет дамажить, поставить им ремочку и такой талантик. В чем еще преимущество? У нас получается, когда герой бьет, дополнительно идет еще урон от руны. То есть на архидемона это вообще топово. Даже архидемон, если не фракционный, у нас все равно наносится дополнительный удар. Плюс также экстра удар, если есть фракция вражеская. Почему на Ронине? Потому что Ронин у нас исчезает, на нем будет тоже интересно посмотреть. Он уходит в инвиз, с инвиза его не так будут часто, как других героев, сливать. И будет видно, как срабатывает талантик. Плюс огник мы посмотрим на уроне. Так, окей. В общем, такой вот огнекрыл с пактом. И такой вот Ронин. Зеленой фракции у нас очень много. У нас очень много героев именно с фракции Оракула. Давайте сейчас посмотрим. Это все можно посмотреть в смотрителях. Вот все герои, которые зеленые, то есть против них этот талантик. Ну, с таких, кто тут интересный, допустим, против кого это Асура раз. Огни, кстати, Огника тоже неплохо. Лазуликс, Командора, Седна, то есть Стрелок. Стрелок вообще на ура улетает, я вам скажу. В общем, поехали. Поехали искать героев и, соответственно, уже посмотрим. Так, зеленая фракция. Фрея, Анубис красная. Ну, тут, к сожалению, как видите, красная, но тоже неплохая. Так, вот у нас, кстати, есть Огник. Смотрите внимательно. Показываю. Смотрите на Огника. Что вы на это скажете, ребят? Как вам такое? Я не знаю, кто там у нас следующий, его возможно снесут. Да, вот видите, сработало. Ну, как вам такой расклад? Огника заваншотил просто. Понятно, что он там попал, но вы представляете, сколько у него урона? Это просто жесть. Тут тоже, кстати, сейчас будет интересно посмотреть. Дрейк, по-моему, у нас тоже с зеленой фракцией. Сейчас надо, чтобы на него загрелся. Смотрите внимательно на Дрейка, на Стрелка и на других. Все, Дрейка нет. К сожалению, вот по Стрелку сейчас бьет талант. Видите урон? Стрелка нет.
кто там еще у нас слился, еще кто-то слился. В общем, остался у нас только Ворожай, Купидон, как ни странно, и Фрея. Троих героев мы слили, а слили мы именно зеленых, то есть просто бешено, я вам скажу. Единственное, что это срабатывает именно... Я тестировал. Ну, сейчас мы с Огнекрыла начнем, увидите. Так, кто тут у нас зеленых есть? Стрелок опять. Ну, попробуем сейчас на стрелка. Смотрим внимательно на стрелка. Давай, 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 забегай. Вот, смотрите, подбежали мы к стрелку, и каждый удар... Стрелок просто ушатывается. Вот стрелок Афину. Ну, Афину он так задел. То есть вот так вот. Поехали еще посмотрим. По сути, даже урон с руки. Вот еще один огник, отлично. Вот видите, как срабатывает. Посмотрите на этот урон. Это просто жесть. Только-только сейчас с него умение спадет. Посмотрите, сколько урона он наносит. Вот это реально круто. Так, а теперь попробуем огник на огника. Вот смотрите, двойной урон идет. Как видите, раз-два, раз-два. То есть идет, получается, и такой урон, и... Ну, просто жесть. Ронин круче даже, круче, чем огник бьет. Сейчас будет интересно посмотреть, как будет издали работать. Будет ли работать на скилл. Сейчас надо, чтобы он включился. Но он не включился. Так, пробуем Ронина. Тут, к сожалению, нет. Давайте не на нем попробуем. Попробуем на том герое, который... Давайте поставим сюда Анубиса. Который у нас будет заряжаться. Либо кого-то ремочного. Сейчас я подумаю, кто у меня с ремкой, чтобы он сразу же... Можно, в принципе, ну, стрелок как вариант. Жалко, тут у меня варлока нет. Кстати, можно попробовать на Дрейке даже. Тестируем именно красный. Давайте огненку поставим. Мне нужен импакт. Поехали. Посмотрим, или со скилла будет срабатывать. Конечно, если же попадет. Смотрим внимательно. Ну вот, видите. Я бы не сказал, что он там особо много сносит. И со скилла получается урон такой же. А вот видите, урон начался. Ну, его ушатали. Так, хорошая, блин, надо было не выходить, надо было еще на огники потестировать. В общем, сама суть. Срабатывает он с руки. Получается, когда герой бьет, вблизи, по ближайшему проходит еще ульта. Видите, тут сразу его шатали. Так, попробуем сейчас так. Конечно же, у нас Фрейка. Вот сейчас посмотрим как раз. Ой, что-то он как-то там быстро их ушатал. Ну, он, конечно же, с пактом. Надо будет вообще в отдельности потестить. Может, кто-то тестил, напишите в комментах. Напишите в комментах, каких вы хотите еще увидеть. У меня еще есть два Ронина.
с другими талантами. То есть это такой вот Ронин есть. Есть еще такой и вот такой. Ну, как видите, в принципе, я не знаю. Я бы, наверное, талантом не ставил, а вот рунами бы поставил бы. Давайте попробуем Ронина. Вот по два удара проходит, как видите, по этому. Ого, нифига себе. Все-таки с руки работает, судя по всему. Получается, что с руки у нас такой дамаг. Это немножко жестковато, я вам скажу. Получается, с руки на любую цель такой дамаг. 900% от атаки. Прикольненько. Ну-ка, давайте проявлю, попробуем, запустим сюда. Ну, со скилла в любом случае. Давай, давай, подходи. Вот смотрите, вот миссает. Просто миссает, но посмотрите на урон, какой там урон бешеный. Да, все-таки не могу просто посмотреть или с этого. Давайте еще Анубиса сюда поставим. Еще такой вариант. Так, Анубис у нас. Давайте вот так попробуем. Не знаю, ли он сможет тут вообще зарядиться, его скорее всего, что нет. Вот тут, наверное, ушатают просто. Непонятно. На скилле, конечно, лучше надо будет ремочного сделать, Анубиса и потестить. Мы сделаем на другом сервере. Такс. Попробуем тут забежать. Ну вот, каждый удар, как видите, все-таки каждый удар, с каждого удара идет удар. Дополнительно по мне фракциону, это очень круто. То есть такие таланты Фрей хорошо ставить огнику тем героям, которые не будут так часто сливаться. Так, хорошо. То есть именно каждый такой удар. Ну-ка, огника. Ну, не знаю, напишите потом, что получилось со скилла. Я просто, ну, не знаю, не успеваю это все смотреть. Так, а ну-ка, 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 ну-ка. Непонятно, что-то не могу понять. тысяча. Ну, в принципе, вроде так особо много не наносит. Ну, неплохо, кстати, смотрится с огненкой.
71 тысяча, ну, какое-то такое ощущение непонятное. Конечно, тут не было тех героев, которые мне нужны, зеленые. Давайте еще поищем. Так, вот есть у нас стрелок. Он сейчас должен, по идее, если он удачно забежит, он стрелка должен там практически ваншотнуть. Смотрите на урон, какой там урон. 57, 66. Ну, такое что-то непонятное. Ладно, давайте запустим огонька. Непонятно тоже. Расстояние, как видите, ну, не знаю, где-то, наверное, клетки 4, даже меньше 3. То есть он должен быть совсем рядом. В общем, рунами, я думаю, это вообще будет супер. Особенно для таких героев, которые, так как Фрея, допустим, против зеленых, поставить Оживу, ей такой талант, не нужен даже пакт. Так, попробуем еще разок запустить. Ну, как видите, попадают и считают сразу. Просто вообще слили. Такое себе. Так, вот интересная раста. Ну давайте тут еще разок посмотрим. Тут, конечно, панчбокс. Вот посмотрите, сколько ударов проходит. Офигеть. Конечно, если бы сейчас огник у нас... Посмотрите на этот урон. Это просто бешеный какой-то там урон был. Просто жесть, его просто ушатало этот талант вражеского огника. Видели такое? Я, честно говоря, в шоке. Сколько там урона, я даже себе не представляю, что он такого огника просто вынес одним хватом. Это, наверное, будет самый имбовый, вот этот именно красный талантик. Вот смотрите, аж только когда подбежит, сейчас, вот только сейчас он начинает бить. То есть надо очень рядом, и с руки все-таки он бьет. А вот насчет удара надо тоже посмотреть. Непонятно. Все-таки мне кажется, что с руки. Ну, такое себе. Не знаю. Мне, конечно, сам талант нравится, но больше, мне кажется, нравится он рунами, чем талантом ставить. Хотя бы Оживу можно поставить. А так, если его поставить талантом, герой просто получается у вас без ничего. Да, там будет на девятке больше, но мне кажется, восьмерки вполне будет хватать.
Так, вот отличная расстановочка. Посмотрите, сколько там, 900? Офигеть, это что-то очень круто было. Смотрите, что сделали с Ледянова. Так, а что тут у нас? Два удара все-таки получается. Вот, кстати, как раз интересно, остался стрелок Фрея. Стрелка просто ушатали, как его и будто не было. То есть получается по героям. Посмотрите, сколько по этому получается от Анубиса удара. Ну, блин. Действительно толковые таланты, особенно рунами. Рунами это просто нечто будет. Особенно на Фрейю, на Огника, на таких героев, которые выживают. Есть еще вариант, можем, знаете, на ком протестить. Сейчас мы поставим Лазуликса сюда. На него даже семерку запихнем. И посмотрим, будет ли увеличение или будет ли он срабатывать. 20. Ну, честно говоря, я даже не знаю, что вам сказать. Надо найти героев, которые будут вблизи, чтобы посмотреть, работает он со скилла, он срабатывает или с удара. Так как у нас Лазуликс не бьет, когда он включен. Вот отлично, вообще супер. Смотрим. Ай-яй-яй-яй-яй, посмотрели, блин. Надо выловить огника. Огника либо другого зеленого героя. Так, давайте Дрейка пусть сольют. Так, Дрейка слили. Да блин, ну что ты не включаешься, ну. Так, ищем Расту. Вот, отлично. Ну, я надеюсь, тут хоть он затащит или нет. Ну, включись, блин. Запарил уже. Разве так сложно включиться? Вот командорша есть. Так, смотрим. Двести тысяч. Фига себе урон у него. Ну, хотя это ремонтный вариант, в принципе, вполне вероятно. Ну, блин, я не знаю, ребят. Честно говоря, в замешательстве. Триста семьдесят пять крит. Ну, как-то очень круто он посносил. Ну, посмотрите, как он поушатывал просто зеленых героев рядом. Да ну нах.
Получается, там с руки полностью урон такой, что ну его нафиг. В общем, по-моему, рунами это самое оно. Давай, давай, долетай. Ну не дохни. Так, смотрим. Дерево он убрал. Не убрал. Не убрал. Как по мне, очень круто будет сливать так огников, пробовать. И думаю, это будет получаться при большом количестве заходов вполне вероятно. Сто двадцать восемь. Да ну нафиг, посмотрите на этот урон. Ну-ка, ну-ка, давай, давай, зарядите птички. Однозначно со скилла нет. Со скилла урона немного. Но вот с руки просто круто. Он сейчас там просто может фраю размотать. Офигеть. Так, ну окей. И Драйка давайте напоследок. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, как по мне, очень имбовые таланты. Конечно, я полчаса, как видите, над одним талантиком проморожился. Но, блин, я думаю, для вас это было информативно. Как видите, рунами будет очень эпично. Дополнительный удар, дополнительный урон по фракции. Для Фрея, для Огника однозначно. Да и для других героев будет неплохо. Основным талантом, конечно, ставить я не вижу смысла. Хотя, если оживу ставить, ну, я бы лучше в таком случае же говорю, тем, которым оживу ставить, поставить тот же самый Фрей, девятую оживу, талантик такой поставить красный, она будет просто всех зеленых шатать. А хотя она и так шатает, но она будет уже 100% их шатать, особенно тех, которые вблизи будут. Не знаю, пишите комменты, что вы думаете. Ну, мне понравились они. Буду дальше тестировать. Дальше уже будет видно. Не могу пока разобраться толком, как насчет скилла. Надо будет хороший ремочный герой. Даже тот же самый Варлок. Думаю, на основе уже на русском протестируем и посмотрим. Все, всем удачи, всем пока.